Привет! Сегодня пятница вечер. Вот, решил я все-таки на пару часиков выехать. Как говорится, отдохнуть после работы. Выехал на одну поляночку тут побродить. Вот, ну посмотрим, что у нас сегодня будет. Будет ли вообще что? Ну вот, уже начал копать. О, торчит горло. Стеклянное. Правда, был цветной сигнал. Сейчас одену перчатку. Будем вытаскивать. Что это такое? Пока. О! Это аптечная скляночка. Неожиданная находка. Совсем вроде не металл. Я как бы, у меня их дома целая коллекция. Целая, не битая. Хорошо. Ладно, но сигнал-то был металлический, в смысле цветной. Посмотрим. И что тут было у нас? Вот как раз в руке. Сейчас смотрим. Момент истины настает. Что же это? Так, где? Это все потеряли. Сейчас мы еще раз его найдем. Так. Ну вот так вот. Только счастье было близко. И тут же прохлопано. Вот оно снова с нами. Что же это? Что же это такое? Наверное, вот это. Нет. Так. Что-то мелкое. Похоже. Сейчас найдем. Вот, наверное. Да, кусочек. Кусочек цветняшки какой-то. Невзрачный. Так, первая находка должна была быть мусором. Она мусором и оказалась. Ну, за исключением бутылочки. Посчитаем ее второй находкой. Так что будем надеяться на удачу. Ходим дальше. И монитосик вырвался с ямки. Сигнал был 19. Так, это что у нас такое-то? Так. Эту. А, ну судя по гербу, это душечка, похоже. Так, ну это у нас похоже. Да, 2 копейки. Совдеп, СССР написано. А год какой. Ну. Год только после вскрытия уже. Чистки. После чистки узнаем. Ясно. Интересно. Главное, монетка ушла вниз. В ямку. И все, сигнальчик пропал. Вот. Так, ну вот, после выкопанной горы этих самых пробок, в основном кефирных, выкопалась наконец пломбочка. Был сигнал 20. Вот. О, это что-то я подобное уже находил. 80%. 80%. Чего? Чего-то 80%. Потом я. Что это? Мерзгофь. Так. 80% какой-то мерзгофь. Ну ладно, потом посмотрим, что это. Симпатичная находка. Ладно, двигаемся дальше.
Ну вот, вылезла еще одна ходочка одна. Вот сейчас разорвал ком земли, оттуда выпало. Что, не знаю пока что. Это похоже... Похоже... Сигнал 31 был. Монетный такой. Ну вот, трудно сказать. Сначала думал пломба, но это какая-то шайба. Ясно. Ладно. Что делать? Находка есть находка. Так, ладно. Двигаемся дальше. В надежде все-таки выкопать какой-нибудь интересный артефакт сегодня. А то какое-то затишье. Начало сезона выдалось. Обалдеть какое. Столько находок было интересных. А потом, ну, видать, удача решила немножко притормозить. Да, взять паузу. Ничего, мы люди терпеливые. Паузу выждем и дальше начнем. Так, ходим дальше. Вылезла какая ходочка. Сигналчик 36 был. Так, ну, ключик. Вот, ключик. Что-то здесь не хватает, похоже. Кусочек секретки. Ну, отлично. Это не может не радовать. Вот, хорошо. Идем дальше. Вот сейчас бы найти бы то, что закрывало этот ключ. Было бы совсем замечательно. Ладно, продолжаем поиски. Песчаная горочка. Вот. Я как-то ее издалека приметил, пошел к ней. Вот, сигнал был 9, довольно четкий. На поверхности. Вот, смотрите, что тут. Цепочка. Непонятно, что за цепочка. Металлическая. Да нет, не металлическая она. Старая, не старая. Ну ладно. Находка как-никак. Сигнал был 9. Ладно, идем дальше. Эту горочку надо позвонить как следует. Так, я внезапно тут обнаружил такой пятачок. Не знаю, никогда тут не был. Просто сквозь кусты прошел и тут оказался. Смотрите, что вылезло. Офигеть. Пряжка. Зацепы, все на месте. Бля, комар в голову укусил. Так, какие-то буквы, что-то сейчас почитаем. Так, ну ладно, я отмою, посмотрим, что за пряжка. Так, надо отогнуть этот край, потому что пока из земли достали, можно отгибать. Потом уже сломается. Ладно, ходим дальше, смотрим. Ну все, выбрался с того места, походил я там, было несколько мусорных находок, но немножко стрёмно ходить было, потому что непонятно, может быть, это чей-то приватная земля, поэтому особенно на неприятности не хотелось нарываться, надо будет потом посмотреть, кому она принадлежит, если что, пойти договориться. Вот. Сейчас зашел какой-то старый фундамент. Заросший уже. Сейчас передохну, воды попью и пойду уже в обратную сторону.
Так, ну, коп сегодня мы закончили. Ну, сегодня более-менее, я так считаю. Монитос только был один у нас, по-моему. Вот, но зато пряжечка вылезла. Там даже видны буквы. Потом помою, почитаем, что там такое. Так, ну ладно. Сегодняшнюю вечернюю прогулку мы закончили. Спасибо, что смотрели. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Отмечайтесь в комментариях. Всегда буду рад ответить на ваши вопросы. Ставьте лайки. Вот. Ну все. Спасибо. Пока. До новых встреч.